Всем привет, ребята, с вами я, Коль, и смотрите, какая красивая деревня у нас с жителями теперь стала. Жители, ну как вам деревушка-то? По-моему, просто огонь. Ладно, жители, занимайтесь. Что это? Просто самая крутая деревня в мире. Да, я с тобой полностью согласен. Мне тоже кажется, что это самая нормальная деревня, которая стала. Да, бабка, конечно, постаралась, ребята. Ну а вы, ребята, напишите, нравится вам она или нет. Ну а также, пожалуйста, поставьте сейчас лайк и подпишитесь на канал, если вы любите смотреть видео про бабку Гренни. Да-да, ребята, вот напишите, любите вы смотреть видео про бабку Гренни или же нет. И про кого вы еще хотите видео, например, там может быть про Пеннивайза или про еще кого-нибудь. А помните вообще Балди, ребята? Кто помнит Балди с его школой и этой линейкой? Мне кажется, тоже надо будет как-нибудь записать про него видео, потому что он такой смешной всегда был. Вот, ребят, ну правда, наверное, мало уже кто о нем помнит, потому что давненько что-то никто о нем ничего не записывал. Ладно, так, сейчас я как раз-таки продумаю. Блин, продумать надо мне тут одно было, а тут... Алло, баб, что такое? Оле, хулиган хулиганский. Короче, что делаешь? Я вообще сейчас буду мерить, как там деревню править, чтобы она ровная была. Ты слышишь, ты ровная деревня, давай шуруй ко мне, деревня-то ровная. А, ну ладно, сейчас приду, хорошо. Ага, давай. Блин, ребят, я бы, конечно, бабке отказал, сказал, что сначала я свои дела сделаю, но, в принципе, что-то как-то нету. Бабка, что ты летаешь? Бабка, что ты летаешь? Я смотрю территорию. И что ты тут смотришь? Думаю, какие разветвления мне нужны. Так. В смысле ветвление-разветвление? Разветвление-разветвление. Так, какие? Короче. Папка, ты мне расскажешь, что ты меня позвала-то вообще, да? Пошли со мной. Ну, пойдем. Так, куда мы идем? Ты идешь или что? Иду. Тысячу вопросов. Иду. Так, и что там? Бабка, то ты куда? В Караганду! Ой, и что мы тут делаем? Так, вот смотри. Здесь у бабушки находятся всякие разные секреты. Ну да, всякая ерунда, я понял. Вот именно. Бабушка решила, что надо ей немножечко это все расширить. Как? Ну вот смотри, допустим, вот тут видишь? Ох. Что там такое? Короче, смотри, я тебе покажу. Чего? Вот сюда пошли сюда. Бабка, ты какая-то странная, честно слово. Да пошли, я тебе говорю. Ребят, что ты хочешь, даже не понимаю, бабка, у тебя все хорошо. Вот смотри, ты идешь, нет? Иду. Вот смотри, видишь, там у меня что? Какая-то ерунда, ой, ловушка. Господи, там алмазы. Ну-ну. Пошли дальше. Ой, подожди, я застрял. Ой, ты ёперный, ты балета. Ну-ну, дальше, ну. Вот смотри, здесь изумрудики. Так, там алмазы, золото вот тут. Там, видишь, вот, а тут что? Ловушка какая-то. Ловушка. Ой. Вот, мне... Да поднимайся ты уже. Смотри, теперь мне, короче, надо вот таких вот еще поделать. Вот. Я, короче, тут вычитала кое-где. Чего? Короче, бабушка решила, знаешь, чего? Чего? Сделать новые ловушки. А-а-а. Я вычитала такие ловушки, а потом на тебе проверять буду. Не, баб, так неинтересно. Давай ты мне их расскажешь лучше. Ага, сейчас. Ты же совсем? Бабки, я не хочу, чтобы ты мне ловушки проверяла, блин. Так, давай, короче, вот надо мне сделать 4 прохода. 4, понимаешь? Я вычитала 4 первоклассные ловушки, которые вообще никто никогда не использовал в жизни. Понял. Сейчас сделаем. Теперь мне надо 4 прохода. Понимаешь? Или да не понимаю. Сейчас все сделаем. Так вот и давай я тебе. А я пошла пока посмотрю, что у меня там. Ребята, это, так, конечно, это капец. Значит, я помогаю бабке делать ловушки. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, что... А потом бабушка для тебя-то все испытает. Да. И скажет, да, блин, какие бойся, же я ерундовые ловушки так сделал. Да я еще не боюсь. Твои ловушки вот боятся, знаешь ли... Вот это... Не бойся, конечно. Твои ловушки боятся в Майнкрафт не играть, как говорится. Вот, да. И это правда, так. Правда я. Так, они же вообще у тебя слабенькие ловушки вечно какие-то. Ты сделала сколько там? 2. 2, отлично. Пошли дальше. Другой теперь надо идти. А, другой? Ну, блин, ну ладно, ну, давай. Ну, конечно, 2 в этой, 1 в этой, 1 в этой. Ну, что, ты будешь все в одной мне делать, что так, ли? Так, и где еще дальше-то куда выходить? Я запутался. А, вот, помню. Иди уже там, где тыква. Да, вижу, там иду. Там выход. Иду. О, вышел. Что у нас, что там? Так, это что у нас? Ага. Это у нас что за штуковина? Ага, это лабиринтус. Во, как раз, вот если... Ну, ты что там, а? Смотри, так, это, ого, отойди. Ой, не, да не надо тут трогать. Нам туда не надо, баб. Так я тебе и говорю, туда да не надо. Да тут все застроено, не, нам надо вот туда нам надо. Тут не застроено, ой. Вот сюда нам надо. О. Ой, господи. Баб. Да что тебе надо? А что это такое? Так, где? О,
У тебя в доме дрень какая-то. В смысле? Ну ты прилети в комнату деда или в комнату медведя. В смысле? Ты что такое чешешь-то вообще? Да я бы это... Ребят, что за баг такой в доме бабки? Если ты сейчас мне опять наврал, я, короче, тебя в одну из ловушек посажу. Да я не наврал, я... это. Всё, я тебе сказала. Ну ты идешь, нет? Деда. Вообще-то иду. Давай, иди. И чё? Иди сюда. И чё? Пошли. Только аккуратней. Вот на лестничку наступи и больше одну ступенечку, и все. Ой, мама, матерь божья. Это чё? О, аккуратней, бабка, не падай. Это у тебя что случилось? А это как это? У тебя, кажется, все рухнуло. Или забаговалось как-то. Ой. Подожди, а где стены? Да я-то откуда знаю? А где у бабушки стены, я не поняла? Так а что тут внизу-то? Вот тут лава какая-то. Моя канализация. Ну да, канализация, так вот она проходит. Это же моя ловушка. Да, твоя ловушка. Ё-моё. Там, вон там же можно ездить на этой штуке. Там что, все сломалось, что ли? На какой штуке? Где ездить, бабка? Да блин, ёперный ты балет. Я не знаю. Ну тут прям до бедрока, бабка, смотри. Вот что ездить, вот, видишь, ехать можно тут. Где? Куды? Ё-моё. Ага. Ну я поехал, бабка, пока. Аривидерчи, как говорится, да-да. Алмазы. Ну чё, я приехал. Так. Ну пока. Ай, блин, бабка, это твоя ловушка. Прощай! Ну капец, ну. Хорошо, что ты в Криотеве. Вот-вот. Давно уже сжарился. Бабка, так что делать-то будем? Так и что делать мне? Как мне теперь это все восстановить? Тут же пол... Давай пол туда мусор накидаем и все. Ты сейчас что сказал? Тебя выкинем туда? Да не меня, а мусор. Какой мусор еще? Ну поднимайся на эту ступенечку, на которой я тебе говорил. На какую ступенечку? Ну вот на эту, где рядом с комнатой деда. Какой еще мусор? У меня нет мусора в доме. Ну смотри, будешь разбираться, вот так потихонечку выкидывать. И лет через 500 ты все это завалишь мусором, и все нормально будет. Да? Ага. Ты думаешь? Да. Ты прям вот так вот реально думаешь? Ну, мне кажется, ну-ка, да. Ну покажи мне, как кидать, ну-ка. Вот так мусор кидать. Ай! Вот так, да, мусор надо кидать? Ай. Вот так? Я тебя спрашиваю, какой же мусор 500 лет? Бабка, ну а как делать-то? Ты что такое чешешь? Ну... Ты что, обалдел, я тебя спрашиваю? Ну, а что делать-то еще? Если у меня какой-то баг в доме, это не значит, что я буду 500 лет туда мусор скидывать. Верни креатив. И что придумал? Еще раз так вот еще пошутишь? Еще раз вот так пошутишь? Будешь вот сидеть вместо мусора у меня там, ясно? Что ты паникуешь? Давай сейчас все отремонтируем. Я же профессиональный ремонт. Каким образом отремонтируем? Я вообще не понимаю, как это произошло. Это что за вообще забагованность такая? Не знаю. Ну смотри, вот тут у тебя была это, твоя медицинская это, комната. Вот так вот ее и заделаем. Оп. Ужас какой. Что это? Каждая должна вот эту дырку заделывать? Ну да. Каждый этажик, так сказать. Да, конечно. У бабушки конечно. Вообще-то нету столько силов. У меня, кстати, тоже. Мне тоже вообще-то. И что делать? Может, надо этих вызвать? Как? Кого? Ремонтников. Мне тебе еще одна изглоба... Я давайте... им 1000 алмазов заплачу. Давай бассейн сделаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну ты меня не понял, короче. Ладно, хорошо. Не, хорошо. Не, бабка, понял. Быстро все, хорошо. Быстро убрал бассейн. А давай ты заплатишь нам жителями 2000 алмазов, и мы все порешаем. Сколько ты сейчас сказал? Ну ладно, 1000. Ты точно хочешь туда вниз, да? 1000, но нам с жителями, мы все отремонтируем. Вот. 1000, но вам с жителями? Да, ну каким-то ремонтиком. Иди покумекай, спроси, будут они... Сейчас я им позвоню. Нет. Так. Ой, господи. Телефон. Алло, Михалыч, ты подзаработать хочешь? Чего заработать? Алмазы хочешь заработать? Хочу, а сколько? 100 алмазов. А что делать-то? А надо тут обу небольшую дырочку в доме бабки Грани засыпать, ага. Ну, за 150, Михалыч. Не, сам делай, фу, не пойду к бабке в дом. Ладно, так, хорошо, кто пойдет? О, Магомед. Алло, Магомед, брат, здорово. Али, Коля, брат, чё? Короче, слушай, работа для тебя есть, 150 алмазов какая почем. Какая работа, чё надо делать, а ну, чё почём? Помнишь, ты говорил, я бы к бабке Грэнни в домой в гости сходил, вот тут надо в гости ходить. Ага, чё надо в гости сходить за 150 алмазов, не, что не, ли? В гости сходить, тут яму небольшую засыпать. Ой, не, яму сейчас, у меня же рука сломана, не мог. Ай, блин, ладно, я понял. Ага, давай, Коля, брат. Это, короче, чего? я нашел жителей, ага. Так, и чего? Ну, только они просят побольше, на 1500.
Ну, и говорят, все. Делать, либо я найму своих. Не, ну бабка, 1250, и мы все по это я сделаем. Я сказала 1000, окончательно цена. Бабка, ну 1100, это чтобы на мороженое бабка. Осталось. Бабка, ну на мороженое, чтобы еще осталось. 1100. Ну, значит, 900, хорошо, хорошо. Ну, хорошо, бабка, мы согласны. Все, завтра 900? Придем. Нет, 1000. Ладно, за 1000 так уж и быть. Либо вам платить, либо строителям платить, непонятно. Все, ребята, короче, я погнал. Завтра будем эту яму засыпать. Не знаю, что там случилось, что за баг. Все, ребята, вы сейчас обязательно жмите на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачи, всем пока.